Канал «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ветеранські спортивні змагання та відновлення козацького хреста. Як у Дніпрі атовці адаптуються до мирного життя? Сьогодні ми будемо говорити з головою Ради ветеранів АТО Сергієм Звірко. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Хочемо вас ще раз привітати з минувшим вчорашнім святом, День захисника України. І розкажіть, як же ж проходило у нас у Дніпрі День захисника України, які, можливо, заходи були влаштовані, що відбувалося? Дякую за привітання. До Дня захисника України було ряд мероприятий, проведено, які ми змогли провести з учетом COVID-19. Некоторые мы не провели, чуть попозже. Было награждение отрады ветеранов, активных членов ветеранской спільноти, которая включала в себя не только членов Рады ветеранов, но и районных осередки, которые у нас существуют практически по всей области. Также были награждены волонтеры, были награждены наши медики. Награждение проходило в ОДА, награждал губернатор своими нагородами, відзнаками наших участников антитеррористической операции и ООС. Также был проведен открыт очередная часть мемориала нашим погибшим бойцам. Это, скажем так, за 30 человек увековечили память на аллее героев, потому что по ряду причин не могли мы разместить этих ребят на аллее героев. Там были проведены экспертизы, ДНК, ну и, конечно же, те герои, которые от Днепропетровщины мы похоронили в этом году. То есть 30 человек сейчас, их фотографии находятся на аллее героев. Можно теперь подойти и вспомнить о побратимах. Следующий захід, который должен был быть проведен, но мы не провели его, к сожалению, это кинофестиваль документальных и художественных фильмов про АТО. Мы его переносим на день Збройних сил України. К 6-12 постараемся, если не будет карантина, провести то мероприятие, которое мы отложили. Также по независящим от нас причинам мы отложили такое мероприятие, как фестиваль силы наскоренных. Но на следующий год будем надеяться, что ковид нас отпустит, и мы будем спокойно проводить эти мероприятия в стандартном режиме. Ну, в принципе, по проведению, ну, хотелось бы нам провести, конечно же, и ходу традиционную, но с карантином пришлось отменить ходу, которую очень многие наши ребята ждали ее, но, увы, скажем так, карантин носит свои поправки в нашу жизнь. Щодо відновлення Козацького хреста, про яке я сказала на початку, що це взагалі за місце? Козацкий крест. Козацкий крест – это для добровольцев Днепропетровщины, я назову это святое место. Почему? Потому что добровольческие батальоны, которые формировались в 2014 году, принимали присягу и от этого креста, от облдержадминистрации уходили воевать. Уходили воевать практически без оружия, практически не обуты, не одеты, но благодаря батальонам, благодаря патриотизму ребят, наших добровольцев, на первом этапе мы стали побеждать и, скажем так, отстаивать свои интересы в этой войне. Поэтому, когда установили крест деревянный в 2014 году, он по сроку службы уже пришел в негодность. Поэтому благодаря небайдужим людям, меценатам, был поставлен 13 числа каменный крест, который символизирует доблесть наших добровольцев. То есть это будет еще одно знаковое место для участников боевых действий, добровольцев, ну, всех патриотически настроенных людей. Розкажіть щодо такої процедури, як церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв. Що це і як буде впроваджуватися у нас? От Ради ветеранов ми виходимо з ініціативою створення першого в Україні церемоніалу пам'яті героїв. Тобто цей церемоніал вже багато років применяється в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах. Він був основан Джорджем Луцем, американцем. Это отец
отец погибшего героя. В чем заключается церемониал? Побратимы, вшановывая память героя, пробегают определенное количество там, километров с флагом, на котором написано имя этого героя, подразделение, в котором он служил, и где он погиб. Потом этот флаг специальным образом передается церемониально семье. И в семье остается флаг, на котором фамилия, имя, отчество этого героя. То есть это очень важно для того, чтобы семья помнила, что они не забывают, что, это, что наши герои, они всегда в наших сердцах, в сердцах побратимов. В Америке это традиционно проводится, ну это большие забеги. Вот мы будем пытаться провести забег там двухдневный, который будет двое суток. У них это по 30-50 дней, бегут от одного края Америки в другой, днем, ночью, в снег, зной, передавая знамя от одного человечка к другому. То есть, и в семье остается флаг, и дети, и внуки погибшего бойца знают, за что служил их отец, где он погиб. То есть, и этот церемониал введен, скажем так, в Америке в обязательное там, держава таким образом увековічує пам'ять героїв. Держава. У нас де це саме проходитиме? По області або тільки в місті? І у нас от у Дніпропетровській області, у Дніпрі, це буде вперше проводитись такий церемоніал? Чи в якихось, інших містах України вже таке відбувалося? Такий церемоніал проводиться вперше по Україні. Господин Луц охотно согласился нам помочь. Он за свои деньги заказал макет знамени, которое будет у нас. Мы уже сделали несколько макетов. Будет отдельная пресс-конференция, на которой мы детально расскажем, как это будет происходить, кто будет участвовать, кто может участвовать, кто может помочь. Но мы хотим приобщить сюда и военно-патриотические клубы, и військовослужбовців, и семьи погибших, то есть, чтобы этот церемониал, скажем так, был замечен, увиден, и в дальнейшем мы хотим, чтобы это было принято всеми областями, увековечение памяти бойцов вот таким вот образом, как в Америке, как в других там развитых странах. Ви напряму комунікували з батьком загиблого героя з Америки, як я розумію. Як ви взагалі на нього вийшли, на цю людину? При Раді ветеранів є комітет, який займається міжнародним співробітництвом. Глава комітету Каховський Олександр виходив і виходить і общається вже. Це робота не сьогоднішнього дня, це робота, яку ми ведемо вже 2-3 роки. И вот сейчас финальная стадия этого проекта, мы хотели провести ее к 14 октября, к Дню захисника. Но опять же карантин внес свои поправки. Проходить он будет по Днепропетровской области пока. Мы планировали, что забег будет из города Днепропетровск через крупный наш военный городок, это Черкасская, Гвардейская, до Павлограда. Потому, в сторону зоны проведения боевых действий. Но опять же, как я повторяюсь, карантин внес свои поправки. Но мы не остановимся, мы идем планомерно к, скажем так, к решению, к воплощению своей мечты и вот этой цели у увековечения памяти наших героев. Що ж, будемо спостерігати і сподіватися, що дійсно вдасться все втілити. Розкажіть, будь ласка, за відзнаки, за поранення, чи видавалися вони цього року у нашому місті, у нашій області? Що це взагалі за відзнаки? Ну, я як голова Ради ветеранів, я, собственно говоря, не можу, мабуть, це коментувати. Я знаю, що ці відзнаки є, вони прибули через військомат, через Міністерство ветеранів. Сьогодні должен був присутствовать на прес-конференції Олексій Корж, который должен был детально рассказать. Но опять же, болезнь, он не смог прийти. На следующей пресс-конференции мы коснемся этой темы, поэтому я не смогу прокомментировать это. Розкажіть, будь ласка, за ветеранські спортивні змагання «Сталева міць», якщо я не помиляюся, вони називаються. Що це буде, коли вони плануються, коли планується їх проведення? Детальніше нам, будь ласка. Детальніше по цьому питанню. Змагання «Сталева міць» проводились уже у нас 3 рази. В этом году был 4-й
Четвертый раз мы их проводили в суженном формате, опять же, с карантином. Что такое Сталева Мідь? Сталева Мідь – это не только для ветеранов змагання, это соревнования для військових підрозділів. Військові підрозділи у нас готовили команду из 4 человек, которые в течение 3 дней должны были выполнять различные физические там навантажения. Это кросс, это стрельба, это полоса препятствий. Когда мы первый раз проводили, мы проводили его на базе ОКАС-ХИТ. Это оперативное командование, которое стоит у нас в городе Днепропетровске. На первых соревнованиях присутствовали только лишь подразделения ОКАС-ХИТ. В этом году, уже 4-й год, когда мы их проводили, это уже соревнования, которые объединяли в себе оперативные командования СХИД, оперативное командование ПВК СХИД, это наши летчики, Национальная гвардия, СБУ, пожарные, то есть все подразделы, которые могли сформировать команды, участвовали. То есть в этом году мы проводили их однодневными, но на следующий год запланировано на май, на конец мая, опять же, трехдневные соревнования. Мы их расширяем по составу участников. Теперь будут принимать не только оперативное командование СХИД, но и все командования. Сейчас у нас идут переговоры с генеральным штабом, чтобы эти соревнования были всех командования представителей. Это 4 командования, опять же, 4 командования летных, Национальная гвардия, чтобы было представлено большим количеством. Но самое основное мы хотим сделать следующее, чтобы наши дети, наши військово-патриотичные клубы, школы, лицеи, военные, они тоже представили свои команды на этих соревнованиях. Для чего? Для того, чтобы мы могли показать детям, что вот наши герои, вот наши участники, ветераны, они бегут эту дистанцию, и детвора, подхватывая этот, скажем так, мощный спортивный порыв, они будут тоже, скажем так, видеть, что физическое воспитание на самом деле сейчас имеет решающую роль, ну, скажем так, в жизни детей. Потому что мы, ну, наше молодое поколение, оно немножко так ослабело. Поэтому первая категория – это будут військовослужбовцы принимать участие в этих соревнованиях. Вторая категория – это будут ветераны наши. Третья категория – инвалиды, которые в этот раз, вот четвертый, когда мы проводили, у нас было несколько команд инвалидов. То есть они по упрощенной программе, но тоже выполняли этот комплекс упражнений. В дальнейшем этот комплекс упражнений, то есть вот Сталеву Мідь, мы хотим, чтобы ввели, ее уже частично ввели в физическую подготовку військовослужбовцев, ну а мы будем просить, чтобы это были змагання еще и для детей, которые финальная часть будет всегда по окончании сезона, учебного года, извиняюсь, по окончанию учебного года, и мы покажем детям, так как финальная часть всегда проходит на базе військовых подразделений, они увидят и боевую технику, они увидят и парашюты, они увидят и летную технику. Ну, в общем-то, все это делается во имя того, чтобы наши дети увидели, что військово-патриотичное выхование и патриотизм – это не пустые слова, им надо, скажем так, это в жизни, оно пригодится. Расскажите, будь ласка, еще такое питание щодо реабілітації військових. Реабілітація військових – це дуже таке складне питання. Складність состоит в чем этого вопроса? В том, что у нас нет пока еще единой программы реабилитации общеукраинского уровня. То есть мы не можем, на нашем уровне, да, есть программы, областная программа, городская программа. Ну, не будем говорить, как они сейчас работают, там финансируются, это отдельная тема. Сейчас стоит вопрос создания программы реабилитации, психологической, социальной реабилитации на уровне Министерства ветеранов. Я знаю, что там есть какие-то наработки. То, что касается уровень Днепропетровской области, да, там мы проводим освитницкие курсы. Для чего? Для того, чтобы нашим участникам боевых действий помочь ресоциализироваться в гражданской жизни. Ресоциализация проходит следующим образом. Мы даем возможность выучиться либо на курсах повышения квалификации, либо получить второе высшее образование, либо первое высшее образование, чтобы человек мог свои таланты проявить в гражданской жизни.
Что касается реабилитации медицинской, ну, на сегодняшний момент я могу сказать, что у нас есть санаторий «Соленый лиман». На сегодняшний момент стоит острая задача заполнить этот санаторий, потому что сейчас есть финансирование, а нет людей, которые с ковидом не могут туда поехать. Поэтому у кого есть желание військовослужбовцы, кто меня сейчас услышит, то надо обратиться в социальную службу своего района и сказать: я хочу поехать в Соленый лиман. И путевки есть, пожалуйста, оздоравливайтесь, едьте, получайте заряд здоровья, бодрости и всего остального. Ну і хочу дати вам слово з приводу Ради ветеранів АТО, будь ласка. Рада ветеранів АТО створена почти год назад. Що я хочу сказати? У нас по області дуже багато громадських об'єднань, які об'єднують ветеранів. Рада ветеранів – той орган, який збирає в свої ряди людей, небайдужих к ветеранскому сообществу. Если кто-то хочет вступить в Раду ветеранов, мы с распростертыми объятиями ждем всех. У кого есть какие-то проекты, у кого есть огонек в глазах и желание помочь ребятам в социальных вопросах, кто-то может помочь, кто-то в патриотическом выховании. Я продиктую сейчас телефон, вы можете всегда позвонить, узнать там, как вступить в Раду ветеранов. Телефон 093-356-1311. Набираете, получаете все консультации, приходите, Раду ветеранов принимаем и начинаем трудиться во имя наших участников АТО. Цель у всех одна. Поэтому я призываю все громадские организации области вступать в Раду ветеранов. Только сообща мы сможем добиться тех целей, которые стоят перед нами, помощи нашим ребятам, которые вернулись из АТО, ООС, в их ресоциализации, в их оздоровлении их семей, в помощи семей погибших и так далее. Направлений очень много, работы хватит всем. Поэтому всех прошу объединяться возле Рады ветеранов. Пока все. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно всі цілі будуть досягнуті. Сьогодні на питання з приводу того, як у Дніпрі ветерани адаптуються до мирного життя, які заходи вони проводять, говорив голова Ради ветеранів АТО Сергій Звірко. Ще раз вам дякуємо. Будемо сподіватися і вірити, що дійсно проведення таких заходів, акцій сприятиме підвищенню позитивного іміджа української армії, її популяризації. З вами у студії була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!